Магазину без года неделя, но уже можно вешать ярлык. Здесь обманывают людей и торгуют левым алкоголем. Проверки были, а результата нет. Вот мы 4 числа направили в УВД письмо, 4 числа, подписали, что этот магазин работает, не имея лицензии, торгует спиртным. Вот, пожалуйста, сегодня 11 ночь, да? Работает, продолжает работать. На все вопросы оправдания открылись недавно. Соблюсти закон не успели, а нарушить всегда пожалуйста. Полки уставлены алкоголем с сомнительными акцизами. Глава курорта звонит в дежурную часть полиции, а также вызывает своих подчиненных. Сергеев требует эффективного взаимодействия городских служб и правоохранительных органов. Городу нужен результат. Где уголок потребителя? Да ничего здесь, вообще ничего. Ни санкнижки, ни спецодежды. Ни уголка потребителя, вообще ничего. Все это работает. Вас выезжал специалист по этим объектам, закреплен за продовольственным объектом. Ваш специалист должен не уйти отсюда, пока он не будет приведен в соответствие, либо закрыт. Прибывшие на место сотрудники полиции принимаются за работу. Глава Анапы подчеркивает, материал составлять не на физлицо продавца магазина, а на индивидуального предпринимателя Григорян Инну Ашотовну. Лицензии у нее нет и не будет. По закону получить этот документ ИП не может. За последние 2 недели сотрудники управления торговли выявили 10 точек, где незаконно идет реализация алкогольной продукции. Все материалы направлены в полицию. И еще по 9 объектам повторно. Между строк официального письма вопрос, почему до сих пор на полках этих магазинов есть левое спиртное.